Всем привет, меня зовут Сергей, 24 года. Не так давно я приобрел автомобиль Octavia RS 2 литра. На автомобиле сделан стейдж 1 от E-тюнерсов. Все, я думаю, их знают. Естественно. К ребятам приехал сделать даунпайп, ну и как все, погромче выхлоп. На данном этапе удаляем катализатор, делаем даунпайп, соответственно, слушаем уже дальнейший выхлоп, громкость выхлопа. Огонь, прям огонь. То, что и хотелось. Ультравыхлоп нашел по Ютубу. Я думаю, все видели их видео. У ребят было много Octavia RS. Соответственно, я недолго думав, приехал именно к ним. До Octavia RS у меня была Vesta. Лада Vesta, я думаю, все ее знают. Тоже была на прямоточном выхлопе. Соответственно, без выхлопа я не могу ездить. От выхлопа хочется, конечно, громкости. Все знают, что на DSG при переключениях есть интересные отстрелы. Соответственно, хочется добавить больше индивидуальности. Потому что ездить без выхлопа, ну, неинтересно, да, скучновато. Да, все, от души.